Это вертолет Дельта. Готовлюсь к высадке в квадрате Е95070. September 28th, день. Монстры захватили город. Каким-то образом... Я все еще жива.
Thank you.
Как ты меня нашел? Сюда.
Ну так Джилл наденется. Jill!
You
Подожди. Ой.
Stars. Yeah!
Похоже, мы готовы выдвинуться. Вот, возьми это. Окей. Николай? К нам не присоединиться. Я понимаю. Я поведу вагон. Пошли. Вот тебе подарок.
I
Прости, Джилл. Пожалуйста, очнись. Джилл! Джилл! 1 октября. Ночь. Я проснулся от звука дождя. Не могу поверить в то, что я до сих пор жива. Oh!
Я удивлен там. Что происходит? Thank you.
Thank you.
Ты все еще шляп? Внимание! Приступаю к операции в помещении для обработки. Всем немедленно эвакуироваться. Внимание! Подтверждаю запуск ракет. Всему персоналу немедленно эвакуироваться.
Внимание! Checking system. Checking battery. Внимание! Не хватает энергии для запуска системы. Система запущена. Выполняю программу быстрой зарядки. Подготовка к выстрелу. Внимание! Перегрев системы. Перехожу в режим охлаждения. Yeah.
сюда. Кажется, все закончилось. Отлично, уходим отсюда. О, нет. Это здесь. Пора идти. Все, хватит. На этот раз ты зашел слишком далеко. Мы наблюдаем сейчас самый трагический поворот событий. Похоже, президент и Совет Федерации вынесли вердикт об уничтожении всего Ракун-Сити. Президент и Совет Федерации сочли, что операция по полному уничтожению – это лучшее решение в этой экстремальной ситуации, и отдали команду начать ее. На основании этого решения Ракун-Сити был буквально стерт с лица земли. По последним данным, число погибших превысило 100 тысяч человек. Наши сердца скорбят по погибшим жителям Ракун-Сити.